Как организовать досуг дошколят и сделать его не только интересным, но и развивающим? За ответом на этот вопрос в Химки приехали воспитатели из различных уголков Подмосковья. В рамках деятельности клуба «Воспитатель Подмосковья» для гостей провели семинар «Современные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды в детском саду». Педагогам рассказали о методиках и даже наглядно показали ряд базовых игр с детьми. Однажды цыпленок услышал сказку про домик на курьих ножках и решил сочинить свою сказку. И он придумал сказку про домик на заячьих ножках, про домик на телячьих ножках, про домик на слоновьих ножках. Спикерами семинара стали опытные педагоги, за плечами которых участие во всероссийских конкурсах. В их числе победитель всероссийского конкурса «Воспитатель года России» Анастасия Шлемко. У нас сегодня проходит дискуссионная площадка в рамках работы клуба «Воспитатель года Подмосковья». Наши встречи, они вдохновляют, воодушевляют, они помогают найти новые формы работы в профессии. Сегодня, например, мы погружаем коллег в организацию среды детского сада не только в группах, в пространствах, холлах, но и на верандах, которая позволяет нам очень интересно и полезно развивающе проводить прогулки в детском саду детям. По словам депутата Юлии Мамай, Химки – один из лидеров движения дошкольного образования, и педагоги охотно делятся своими успешными практиками в деле воспитания подрастающего поколения. 23-й год является годом наставника, и как раз сегодня присутствующие, собравшиеся на это мероприятие, являются в своих учреждениях, в своих муниципалитетах наставниками. Мы надеемся, что наша практика будет интересна и полезна в других муниципалитетах. Химки в седьмой раз стали региональной дискуссионной площадкой. По словам педагогов, они останавливаться не собираются.